Скажите, пожалуйста, вот в трудных ситуациях, в ситуациях, когда каждый ребенок класса имеет возможность сделать выбор и играть, так сказать, в эксперименте, в свою пользу может и в пользу класса может. Как будут вести ребята вашего класса? Как они будут вести себя в этой ситуации? В этой ситуации. Я вам сейчас объясню. Представьте себе тир. Аллочка, ты была в тире когда-нибудь? Нет. Ну вот посмотришь, какой тир у нас. И в тире две мишени. Левая мишень и правая мишень. Если ты будешь стрелять в левую мишень, то этот автомат выбросит металлический рубль, который ты возьмешь себе и стратишь его, как тебе захочется. Если правую мишень, то этот счетчик бросит рубль сюда. И эти деньги пойдут на общие классные дела. Сейчас я уйду, и раздастся звонок. После звонка зажжется табло на левой мишени и на правой мишени. И ты увидишь, сколько ребят из вашего класса стреляло влево, и сколько ребят из вашего класса стреляло вправо. Предыдущие. Да, те, которые были перед ним. Но на самом деле, этим табло распоряжаемся мы, а вовсе не те ребята, которые прошли перед ним. И мы делаем так, что на левой мишени, на той мишени, которая для себя, загорается 16 или 17 лампочек. А на правой 2 или 3. Значит, каждый ученик вашего класса оказывается в конфликтной ситуации. Его ребята, его класс, его товарищи якобы все стреляют в левую мишень. Это 16-17 ребят сделали выстрел. Якобы стреляют в свою пользу. А на правом табло будет гореть всего 2 огонька. В пользу класса. В пользу класса. И, конечно, эта ситуация будет для каждого выступать как конфликтная, потому что она все-таки неожиданна, наверное. И все-таки каждый, наверное, думает, что его класс более сплоченный. И вот мы посмотрим, как эти левые огоньки смогут они сбить, так сказать, устойчивость ребят вашего класса или нет? Да, это интересно. Вам не страшно за ваших ребят? Ну, страшновато. Вы не боитесь, что мы пошатнем, так сказать, их стойкость и коллективистическую направленность? Знаете, в таком возрасте, мне кажется, очень легко пошатнуть такую стойкость. А вам интересно узнать, как на самом деле обстоят? Очень интересно, это мне поможет в работе. Я сейчас уйду, и после сигнала ты будешь работать. Хорошо? Угу. Хочу вас поздравить. Несмотря на наши экспериментальные каверзы, ваш класс выдержал испытания, и большинство ребят оказались коллективистами. Поэтому, наверное, можем порадоваться за младших подростков,
Потому что в условиях, когда им ставят специальную установку делать против коллектива, 80% выдерживает испытания и перешагивает через нашу установку. Наверное, нужно остаться довольным таким жестким экспериментом. 80%. Большая часть ребят поставила интересы класса выше личного. Весь строй нашей жизни воспитывает в человеке моральную стойкость, стойкость взглядов, идеалов, воспитывает коллективистов.